теперь Кито Иксантарес вынуждены просто ретейкать. Ну, при этом получается, да, вот открывается не с террориста, очень важно было его убить, и все же Апекс добивает Иксантареса. А кто же будет тащить? А ну, Кито будет тащить. Что? Отлично, вот тебе разворот на 180 Апекс. И взятый раунд. Апекс. Реакция. А чем он занимался, вопрос? Он как бы тушит тиммейта в яме. Во-первых, зачем тиммейт в яме открывался, это первый вопрос. Когда бомба стоит, и Апекс просто на гусе отыгрывает. Во-вторых, почему Апекс сразу в размен не пришел? Ну, посмотри, как долго там Кито мансовал. Если повтор покажут. Да, Сирсон даблкил — это вкуснотень, конечно, но тем не менее. Я требую повтор окончания раунда. Смотри, Кито перестреливается, и только потом Апекс открывается. Во-первых, зачем вообще первый игрок открывался? Может быть, понадеялся на тиммейта? Хотя, судя или по там реакции, слушай, да, чувствуется, я что... я не успел обратить внимание, там бомба в закрытую стояла или нет? То есть я...